Это World Food 2022. Продолжаем общаться с крутыми спикерами. Один из них только что посетил форум и готов с нами пообщаться. Сергей Лобанов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут, как сказали, Сергей Лобанов, компания «Ботаника», бренд «Эгон». Мы запустили линейку продуктов на растительном сырье. Это, ну, если простым языком, как аналог не мяса, не молоко, но мы пошли дальше, и вроде кажется, вот есть такой продукт, как яйцо. Мы сделали его из растительных ингредиентов, из бобов маш. Как говорится, мы думали, всегда есть такой спор, что появилось раньше, курица или яйцо. Но раньше всего появились бобы маш, из которых мы теперь сделали омлет. Сергей, а как давно появилась компания? Компанию мы зарегистрировали в прошлом году. Год мы занимались разработкой данного инновационного продукта, потому что продукт действительно инновационный, аналогов нет в мире, именно в том упаковочном решении, которое мы сейчас его предлагаем рынку, и дальше продолжаем разработку совместно с компанией Tetra Pak. Но промышленный запуск продукции произошел в июне, и уже наша продукция есть на полках в маркетплейсах, есть в Яндекс.Лавке, и сейчас мы ведем переговоры с сетями по тому, чтобы появиться уже в офлайн-ритейле. Сергей, а скажите, было тяжело открываться в этом году? Да, конечно же, определенный отпечаток накладывает то, что сейчас происходит, да, но всегда есть плюсы, всегда есть минусы, и я думаю о том, что если даже, ну, вот, каждый год всегда есть свои проблемы. Да, и говорить о том, что да, нам стало легче, потому что кто-то ушел с рынка, но на его место приходят другие. Поэтому я не скажу, что как-то легко или наоборот сложно. Да? Любой стартап – это боль, это сложности, и это, как сказать, сегодня один спикер хорошо сказал, везет тому, кто везет. Да, и, соответственно, если ты будешь вкладывать усилия, то результат будет. Если сидеть и ждать у моря погоды, что за тебя кто-то что-то сделает, то такого не будет. Сергей, непосредственно к форуму вы выступали в качестве спикера. Расскажите, какой кейс вы, скажем так, оговаривали и что было интересного? Мы пришли сюда для того, чтобы найти инвестора. Мы благодарны форуму, что есть такая прекрасная возможность для выступления и рассказать о своем стартапе большому количеству людей и найти инвестора. Для чего нам нужен инвестор? Это для масштабирования бизнеса. Мы, как я сказал, сейчас выходим в офлайн ритейл. Соответственно, нужны деньги для оборотного капитала. Нужны деньги для, соответственно, закупки сырья и материалов. Продолжаем разработки. У нас инновационные продукты, как я сказал, что аналогов нету. И дальше, конечно же, история про маркетинг, потому что если нет маркетинга, то не будет продаж. Ну, форум еще продолжается, в целом и продолжается World Food. Скажите, цели, которые вы себе ставили на сегодняшний день, они выполнены или это долгосрочный момент? Я думаю, что цель именно на сегодня, она выполнена, выступить на форуме и донести о своем продукте, о своем бизнесе до потребителей, да, и потенциальных инвесторов, да, а дальше это уже история про переговоры и, соответственно, привлечение инвестиций в наш проект. Спасибо большое, Сергей. Желаем вашему стартапу дальше развиваться, процветать, и день не закончен, возможно, будут какие-то интересные контакты, так что желаем успехов. Спасибо, спасибо вам, спасибо всем зрителям. До свидания. Отлично.